Секретарь — это когда... Секретарь, он рассказывает секрет. И я думаю, это тот, кто охраняет человека. Секретарь — это такой, все хранит себе и секреты все. Например, что его царапнула кошка там, что у него там секретные бомбы. Секретарь — это такой человек, который хранит тайны. Он, который тайны делает. Никому не рассказывает. Это который, например, секрет, когда ты влюблена в кого-то и стесняешься сказать. Ну, потому что он доверчивый, ему можно поверить, он только одному человеку рассказывает один секрет и учит его говорить. Чтобы он хранил эти секреты, раскрыл, если какие-то еще секреты, их еще хранит у себя. Только кто говорит ему это, и потом он говорит это ему. Я умею хранить тайны. Я знаю, что на это мало денег дают.